Это проверка на прочность. Видео нам прислал представитель барнаульского ритуального агентства. Мол, земля во время погребения не проломит окошко. Гробы со стеклами – требования эпохи. Их заказывают родные умерших от коронавируса, иначе с покойником не проститься, ведь гроб должен быть герметично закрыт. Ни один из представителей ритуального бизнеса общаться с нами напрямую не согласился. В агентство мы пошли под видом клиентов и узнали, что интересуются новой опцией часто, но меня захотели отговорить. Зачем вам, с одной стороны, окно? Во-первых, там, когда укладывают в гроб, его закрывают. Его, то есть, тело покойного укладывают в пакет. Пакет застегивается, обрабатывается. Ложится в гроб, гроб забивается. Скрывать нельзя и наклеивается. То есть, герметичности нет, могут не разрешить. Подождите, а кто должен разрешать или не разрешать? Нет, это морги, просто договаривались, чтобы вам хотя бы лицо. Но это, я не знаю, пойдут они, нет. То есть одевать, упаковывать в черный пакет и укладывать в гроб должны еще в морге. И не в каждом патологоанатомическом отделении разрешат открыть лицо умершего. Но в другом похоронном агентстве нас все же успокоили. В морге гроб с окошком проблем не вызовет. И все же мы спросили у врачей, можно ли считать тело умершего источником распространения вируса. Это больше вопрос, наверное, к эпидемиологам. А я, как врач-патологоанатом, отвечу на него так. Спустя несколько дней после вскрытия в организме находили частицы вируса. Несколько дней. Индивидуально. Правда, от момента смерти до захоронения может пройти больше, чем несколько дней. Основной путь передачи коронавирусной инфекции – это воздушно-капельный. Ну, как известно, умерший человек, он не дышит, и вирус передаваться через воздух не может. Роспотребнадзор со своей стороны ответил нашей редакции, что хоронить всех уже можно согласно общепринятым санитарным нормам. А специальные рекомендации для захоронения умерших от коронавируса, обработка поверхностей, дистанция при прощании, кремация отменили еще в июле. Поэтому такое ритуальное новшество скорее выбор потребителя и точно реакция рынка. Стоить гроб с окошком будет примерно на 5000 дороже непрозрачного аналога. В сфере похоронных услуг уже учли все страхи и спешат успокоиться. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.